«Единая Россия» подвела итоги первой сессии 8-го созыва Госдумы. Основной работой фракции в этот период стала народная программа, с которой партия победила на выборах, и финансовое обеспечение ее положений в бюджете на предстоящую трехлетку. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на брифинге по итогам осенней сессии сообщил, что в нем заложены средства на поддержку семей с детьми, помощь инвалидам и людям пожилого возраста, модернизацию первичного звена здравоохранения, капитальный ремонт и строительство новых школ и многое другое. В общей сложности расходы бюджета на социально значимые направления вырастут на 107,5 миллиардов рублей. Из них почти 46 миллиардов – это увеличение только на 2022 год, отметил Турчак.